Конкурс на замещение должности главы Ивановской городской администрации признан несостоявшимся. Ни один из четырех претендентов на кресло сити-менеджера не набрал необходимое количество баллов на очном собеседовании с членами конкурсной комиссии. К сожалению, ни один из претендентов не рассмотрел в обязательном порядке вопрос о том, как он видит развитие деятельности администрации на ближайшие два года. Поэтому в основном задавали вопросы по развитию, по прогнозу социально-экономического развития и так далее. Ни на один вопрос претенденты практически не ответили, на которые им были заданы вопросы. По словам председателя конкурсной комиссии, плавали кандидаты и в знании законодательства. Так что ни одного достойного претендента, уж тем более двух, на рассмотрение депутатам вынесено не было. А посему на внеочередном пленарном заседании городской думы, вместо того, чтобы выбирать главу, объявили о проведении повторного конкурса. Он пройдет уже в определенном депутатами порядке. Подача заявлений с 24 февраля по 13 марта до 16:00 включительно. А сам конкурс будет проходить с 13 марта по 16 марта. Один из провалившихся на комиссионном экзамене кандидатов, Николай Плотников, отмалчиваться не стал и заявил, что исход конкурса и несостоявшегося, и предстоящего предрешен. Губернатор специалист, который не пропустит никого, кроме претендентов от губернатора. И вот это все превращает выборы в профанацию. Как мне рассказала комиссия, вы ни на один вопрос, извините, лично, как кандидат, не смогли толково ответить. Это ваше личное мнение, да. Кто вам что это сказал, мнение. Давайте не будем. Я ставлю вопрос на голосование. Вот, поэтому я заявляю о том, что... Ну что за базар-то в конце концов? Дайте выставить. Ну нельзя же так себя вести. Мы на улице что ли находимся? В знак протеста депутат Плотников покинул зал заседания. Его некогда коллеги по партии свой протест выразили молчаливым пикетом у дверей городской мэрии. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.